Владикавказский «Спартак» заехал в Сочи за победой. И первый же опасный момент был у ворот хозяев. Удар Касымова пришелся в штангу. Ответил владикавказцам стремительный сочинец Богатырев. Он дважды испытал на прочность ворота Хапова. Ворота и Хапов выдержали испытания и переманили удачу на свою сторону. Подтверждение тому – автогол Бондарева. 0-1. Владикавказцы усиливают давление, и за 3 минуты до конца матча Тедеев отдает мяч Тимофееву, а тот спокойно отправляет мяч в ворота Крюкова. 0-2. Спартак дышит в затылок лидеру.